Более 1500 человек посетили Иордань в крещенскую ночь. С 11:30 до 3 ночи на Качгартинской курье были организованы купания и сбор освященной воды. Несмотря на сильный ветер, желающих совершить христианский ритуал собралось немало. Крещение Господне – один из главных церковных праздников и одно из массовых событий в жизни города. В ночь с 18 на 19 января сотни людей устремляются к Качгартинской курье, чтобы совершить обряд омовения. Все замечательно, мне очень нравится. Нет, четвертый, супер. Как это тебе помогает? Ну, уже не холодно, а сбудутся все мечты. Никогда не болею. Даже когда прихожу немножко простывший, никак не усугубляет, только помогает. Как ощущения? Отлично. Ай, постоянно, я же не считаю. Купель для обряда непременно освещается. В этом году жители Богоявленского храма провели ритуал раньше полуночи, чтобы успеть принять на Иордании больше желающих. Среди них мужчины и женщины разных возрастов. Еще больше людей было в очереди за освященной водой. Ее набирали из отдельной проруби. Каждый год берем из Иордании. Обязательно в день крещения. Обязательно. Сколько вот это осталось? Я 5 литров, и вот подруга у меня 5 литров. И весь год держим, освещаем такую водичку. Когда немножко капнешь, даже в баньке моемся. Капну и уже моемся святой водой. Говорят, что она лечебная. Вот только для этого. Ну, понемножечку пью. Иногда что-то болит, протираю ею. Также в этом году было организовано купание и сбор воды в поселке Искателей на реке Печора. На двух участках дежурили спасатели МЧС, сотрудники полиции, скорой помощи, представители чистого города и местной администрации. К счастью, помощь комплексной службы не понадобилась. Нарушений общественного порядка и переохлаждений не зафиксировано, хотя температура воздуха была ниже 18 градусов с сильным ветром. Валентина Чибичек, Антон Водряков, телеканал «Север».